Священный праздник Курбанайт отметили также в 7 районах области. К этому дню с хорошей подготовкой подошли жители отдаленного Кызылкугинского района. Подробнее в следующем сюжете. «Истинен сам Аллах, и слово его истина» – это утверждение выдающегося казахского мыслителя Абая. С раннего утра в мечети Байтерек начали собираться прихожане. Во дворе была установлена белая юрта. Сначала был зачитан айт-намаз, затем был дан праздничный обед. В этот день был проведен обряд жертвоприношения. Мясо животных было роздано нуждающимся, малообеспеченным семьям и одиноким пожилым людям. Курбанайт – праздник жертвоприношения ради Всевышнего. Это самый большой мусульманский праздник. Главным атрибутом Курбанайта является жертвоприношение, которое должен совершить каждый человек, чей достаток позволяет это сделать. Всех мусульман поздравляю с праздником. Также во дворе мечети были проведены спортивные соревнования. Особую активность ученики школ проявляли в игре «Васык». Я считаю, что этот священный праздник Курбанайт объединяет всех. В этот замечательный день я хочу пожелать всем казахстанцам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Помимо районного центра, в этот день священный праздник отметили во всех сельских округах. Жанас Кожербаев, Эдуард Михель, Кызылкугинский район, служба новостей.